Всем привет, умер политик Никита Исаев, 41 год было этому парню. Как угодно можно к нему относиться, но вот человека не стало. Причем совершенно как-то неожиданно, что ли, он был в Тамбове, сел в поезд. Даже написал где-то у себя в соцсетях, что вот выезжаю в Москву, ничто не предвещало беды, что называется, и все. На этом все закончилось. Печально другое, повторюсь, молодой мужик еще, в общем, как бы я к нему не относился, с какими-то вещами я соглашался, с какими-то не соглашался. Он это был публичный политик, в общем, делал в том числе и смелые заявления, у него были сторонники, к которым тоже, наверное, нужно относиться с уважением. Печалит другое, знаете, есть огромное количество людей в нашей политике, которым на кладбище уже давным-давно прогулы ставят, вот, и... И нельзя, наверное, так говорить, что не жалко таких людей, но вот, знаете, вот в данном случае действительно жалко. Вот это вот печально, просто не стало еще одного человека, который, ну, по крайней мере, хотя бы пытался как-то бороться за эту страну, за ее граждан. Об этом в том числе поговорим сегодня вечером. В прямом эфире в 20:00 Москвы. Мой гость Вячеслав Мальцев. Хорошего дня.